Торговый центр на Юбилейной – место притяжения жителей Донской. Здесь горожане посещали фитнес-центр, приходили сюда и за обновками. Начался пожар в обеденное время. Звонок на пульт 01 поступил в 13:25. Изначально к месту пожара выехало два пожарных расчета с автоматическими лестницами. В итоге огнеборцам понадобилась помощь. В локализации пламени приняли участие пожарные с подразделений Мамайки, Дагомыса и Хостинского района. На пожаре работало 6 пожарных расчетов, 2 автоматические лестницы. Работало 3 газодымозащитных звена, 6 водяных стволов работали. На лестницами эвакуировали 15 человек. Предполагаемая причина уточняется, погибших нет. Эвакуировали людей с 4 и 5 этажей. Некоторых пожарные выносили буквально на руках, рассказывают очевидцы. За медицинской же помощью обратились 9 человек. 8 из них госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. Все они находятся под наблюдением врачей 4-й городской больницы. С ожогами в скорую не обращались, но, судя по этому кадру, кто-то от огня все же не убежал. Свидетелями ЧП стали десятки горожан, в их числе и Надежда Анисимова. Она работает в торговой палатке напротив торгового центра «Ника». Я увидела, как вспыхнуло окно на 3-м этаже, и вот это пламя все стало вырываться и дальше распространяться. Вот у меня даже палатка, дырки, как пепел летел, дырки стали на крыше. Страшно было, поначалу страшно, люди паниковали. Пожарные расчеты и кареты скорой помощи на некоторое время перекрыли дорожное движение. Здесь потребовалась помощь полицейских. На месте работало 50 сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники дорожно-патрульной службы осуществляют ряд регулировочных действий, дабы локализовать заторную ситуацию на дорогах. Сейчас, в настоящее время, пробка дорожная практически исчезла, но, тем не менее, мы просим водителей выбрать альтернативные пути движения. До позднего вечера полицейские и пожарные опрашивали работников торгового центра, составляли акты. Сумма ущерба, как и причина возгорания, будут известны позже. По некоторым же версиям, ЧП произошло из-за неисправной проводки. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.